Два тайма по 30 минут. Вот такой вот, по такой сокращенной программе, если эти 60... И Лам, наверное, будет сейчас навешивать. Нет. Подождал Филипп, и вот Алькантара. Вот Тиаго Алькантара. Бывший игрок Барселоны, но с техникой тут все хорошо. Это школа Барселоны. Прострел, подставляет ногу Ласес Объект. Пропагандировал такой стиль футбола а-ля Барселона. Вот это уже штанга! Опасно! Писарро великолепно! Великолепный удар головой! Или разыгрывает? Нет. Следует подать в штрафную площадь. Удар! Писарро! Еще удар! Все-таки гол! И это Жером Буатенг открывает счет в этом матче. С третьего раза удалось пробить Ярослава Дробны. 1-0, 12-я минута. Жером Буатен. Смотрим еще раз. Вот розыгрыш углового. Оскакивает мяч к Манджукичу. Писарро бьет раз, два. И вот тут, как тут оказывается. В нужном месте, в нужное время Жером Буатен, который отправляет мяч в сетку ворот. 1-0. Но каков Дробный умница. Два удара отразил. Здесь уже виноваты защитники. Они обязаны были убирать оттуда Жерома Буатенга и не давать ему бить. Вот Жером Буатенг на ваших экранах. 12 минута, 1-0. Да, похоже, Шакири будет бить. Тут еще Алаба стоит с ним. У него тоже приличный удар. Алаба бьет, рикошет и будет угловой. Вандервард у мяча. Под штрафную, все попадали, а мяч где? Мяч вот здесь. Вот опасно! Зла! Ну что же так-то, а? Хорошо, Алькантара. Отлично, Писарро! Клаудио, Клаудио. На тренировке, наверное, бы 100 из 100 забил. Подобной ситуации. Одел ковырнуть черпачком. Да, реакция Хасапа Гвардиолы. Обладатель Кубка Лиги Чемпионов против обладателя Лиги, Кубка Лиги. Вот это ошибка! Байстер! Ну, Шкен Робен. Возможно, вот отличный момент. Не получается удар. Положения вне игры не было. Отлично разрезающая передача. Но Дурибери мяч свалился с ноги. Отлично! Рибери! Это будет второй гол! Манджукич! 2-0! 2-0, 41-я минута. Марио Манджукич. Разложили оборону Гамбурга футболисты Баварии. Смотрим еще раз. Вот передача на Рибери. Не было положения вне игры. Он принимает мяч спиной, понимая, что у него за спиной находится Ярослав Дробный. Просто сбрасывает мяч на свободного Манджукича. И тому просто ничего не остается делать, как забивать гол. 2-0. Доволен Гвардиола этой атакой. Рибери. Шакири. Вот здесь уже к атаке подключается. Ой, шикарный гол Тони Кросса. 44-я минута. 3-0. Великолепный удар Тони Кросса. Не ожидал голкипер этого удара. Мяч, ударившись о его ногу, влетел в сетку ворот. Вот, кросс бьет. Здесь, скорее всего, Дробно не повезло. Удар-то не такой уж и сложный был, но неожиданный для голкипера. Да и вот Тони Кросс, он забивает-то редко. У него с точностью не очень, честно говоря. Передачу он шикарную может вырезать в любой момент, выдать куда угодно. Бригада сейчас выйдет на поле у Гамбурга.
Дальний удар, ну тоже неплохо, почему бы нет. Так, давайте смотрим. Так, сейчас и команда поменяется. Да, что тут судья не то показывает. Да, смотрите, смена всей команды практически. Так, Алькантара уходит. Вместо него Пьер Хебер появляется под 34-м номером. Лам. Или поаккуратненько. На дальнюю штангу Мюллер 4-0. Мюллер 4-0, 52-я минута. Ну как по нотам? Подача, и Мюллер выигрывает борьбу в воздухе. По-моему, он там боролся как раз с Петром Ярачиком. А нет, это был Руднев. Но мне показалось, что все-таки Мюллер толкал Руднева в спину, но арбитр никак не отреагировал. Томас Мюллер. Шакири, Робен. Робен! Хотел уложить мяч в нижний угол, не получилось. Но момент был хороший. Арбитр, и все. Финальный свисток. 4-0. Мюнхенская Бавария громит Гамбург в матче турнира Телеком Кап. Кап и сыграет завтра в финале против Мюнхен-Гладбахской Боруссии, которая сумела в своем матче одолеть Дортмундскую Боруссию.